уже там закончится, доходишь, думаешь, все там еще до сих пор там трясется. Как-то. Еще трясется, у вас в животе, да, еще трясется? Да, в животе. Чувствуете, да? Вот так работает биоэнергокорректор. Офигеть. По плечам, по холке чувствуешь, да? Ну, у меня сейчас почти все, да, верхние. Вот такой вот приборчик, да, электрический, вот она ампера добавляет сама себе рукой. Сейчас по спинке я гляну. Здесь вот отсюда у нее, да, как ты забрался? Да, холка, да. Почти краниосакральная терапия. И теперь добавляю. Сакрум – это крестец. Ты говоришь, больше человек вылечил этим прибором, чем… Нет, за два месяца больше, чем врачи за всю жизнь. Я тут пошел, знаешь, было этот. Ну, вполне реально, да, я в это верю. Диспансеризация. Я смотрю, там, знаешь, они как мутанты какие. Во-первых, они разговаривают, как со старухами. Ну, как бы, после привыкли, наверное, как так с высокой принадлежительной. Я говорю, что-то их начал на место ставить. Они там брыкаются. И я говорю, да вообще они сами не знаете, что там, говорю, кисать-то, что это. И потом говорит, себя порядок, приходите к нам, говорю, с вылечим за два раза, говорю, не надо там дурить этих, аптеку поднимать. Алена, ну как чувствуешь? Добавляй, По позвоночнику пробивает, да, и по мышцам вот этим? Добавляй. Паравертебрально. Прям, должны кончики пальцев на ногах прям сгибаться уже. Вот, да? Да, давай. О, вот сейчас, да. Вот. А то не почувствуй, что толку уже. Вот такие интересные темы мы изучаем на тренингах у Олега Алафагудина. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайки. И также вот от этого прибора есть вот такое вот дополнение, да, вводим по лицу. Ультразвуковая насадка. Ультразвуковая насадка, омолаживание лица идет. И как ты говорил, что одному сделали пол лица, да, да, мужчине, другую половинку не стали делать, и сразу вот все заметили разницу. Ну, он так, уникально. Я фотографию пришлю, там сразу видно, то до и после сеанса. Да. Ты чувствуешь, да? Да. Плюс по венам она очень хорошо работает, если суставы больные и поточные, то есть там где-то надо ультразвуковое. Да, очень. Уникально, в общем. Вот есть приборы ультразвуковые. Чемоданчик, все складывается. Я зашел, один чемоданчик. Я зашел, распространять это все на будущее, как бы.